Какой-то зверек что-то нашел. Кто он? Что нашел? Что-то нашел. Прям в винограде такой дом у него. Дом в винограде. Дышится. Прям вон там у нее домик. И окошечко, чтобы смотреть за всеми. У нее здесь улица огромная и домик сам. Еще у нее там много мест для прятания. Это полноценный дом. И здесь сразу улица, если выпрыгнуть, сразу на улица огромная. Чихает. Теперь мы перенеслись в дикую местность. Здесь дикие кошки. Они очень агрессивны. И они очень пугливые. Теперь вы можете наблюдать шершня. Также кошек, которые собираются воевать. Смотрите на него. Он пошел по своим делам. Он пошел в свое убежище. Белый. Сейчас будет война, да? Будет война сейчас. Там еще какой-то зверек. Сейчас будет война, да? Сейчас будет война. Да, война будет сейчас. Да, война будет сейчас. Да. Угу. Он остерегается. Он охотится за добычей, он прицеливается и сейчас прыгнет на виноград. Виноград – это его добыча. Тихо. Так. Это дикий зверёк. Он кого-то остерегается. Новый кадр. Он кого-то остерегается. Он остерегается ёлки. Он заметил кого-то. Он заметил красавицу какую-то. Это просто тень на черном коте. Черные коты приносят неудачу черным котам. А. Ну да, они точно приносят неудачу.